Привет! Сегодня у меня на обзоре рупорные фильтры от компании Aura. Моделька ST-B200. Как заявляет производитель, максимальная мощность пиковая 151 Вт. 4-дюймовый твиттер. Небольшая такая вот коробочка серого цвета. Везде надписи Aura, Aura, Aura. Так, давай найдем надписи на русском. Значит, литой алюминиевый анодированный рупор, алюминиевая диафрагма. Ферритовый магнит высокой плотности, магнитопровод с вентиляционным отверстием, кроссовер 6 дБ на октаву. Высокотемпературная звуковая катушка 1 дюйм, вес магнита 200 грамм. Так, наклеечка Aura в комплекте, гарантийный талон, 2 рупора. Саморезы со скобами. Нормальные саморезы, кстати, с широкой шляпкой. Подставочки вырезаны из картона. Оставшиеся. Кстати, что это, что вот это, что вот это. Можно как шаблон использовать. Это как раз посадка рупора. Вот так выглядят сами рупора. Тут написано Aura. Красивым, неразмазанным шрифтом. Отлично вообще написано. Стандартный, в принципе, рупор. У многих производителей такой есть. Делают их, я так понимаю, в Китае. Припаян конденсатор 3,3 микрофарад на клемму, которая помечена красным маркером. Или что это такое? Красный лак, возможно. В общем, на плюсовую клемму. Стандартная сборка. Китайская, немножко смещен магнит, как обычно. Здесь наклеечка Aura. Название модели, мощность максимальная. Импеданс указан. Размер целиком, то есть 4 дюйма. И где сделан? Made in PRC. Крепление вот здесь происходит. Вот здесь под наклейкой болт, ребята. Если кому-то вдруг понадобится разбирать, имейте в виду, здесь этот болт. Вот. Продавливаю. Получается такая ямочка. Ну, идентично. То же самое собрано. Здесь, кстати, вот штрих-код. В общем, ребята, обычные рупора, каких много на рынке, но их надо послушать, прежде чем дать свою оценку. Тогда уже, когда сравню с чем-то, тогда точно скажу, как они вообще. Хорошие, нехорошие, приятно звучат, громко, тихо и так далее. Так что, если интересно, давай послушаем. Звуковой сигнал в данном обзоре у нас берется с головного устройства Kenwood 320. Усилителем выступает Mosconi Gladden One. Соревнуются между собой Dynamic State 10, Edge 36, Aura и Dynamic State, еще 9 есть. Раз, два, три, четыре, пять. В обзоре участвовал Aura. Давайте сравним их. Сразу предупредить хочу, что с каждым из рупоров стоит сразу фильтр первого порядка. То есть конденсатор неполярный, пленочный в основном. Короче, фильтра у них у всех свои. Там у кого-то 3,3 микрофарад, у кого-то 2,2. Поэтому сравнение не объективное, но это как бы даже и не сравнение, просто понять, как рупор звучит отдельно. А потом выберу середину, с серединой повключаем. Без фильтрации. Вообще без всякой фильтрации. То есть середина во всю полосу, как любят у нас ребята наши деревенские включать. И рупора со своим припаянным фильтром, со своим конденсатором. Чё, погнали? Звук очень похож на Dynamic State, CT10.1, по-моему, они называются. Сейчас
Сейчас я гляну, это от них коробка. Да, CT10.1. Очень похож звук. Также похож на Dynamic State CTL9.1. Вот эти. Такое же агрессивное звучание металлическое. У Edge 36 помягче звук, потому что там фильтр стоит 2.2. На этих, скорее всего, 3.3 на всех стоит. С этим. Это тоже помягче, тоже, скорее всего, 2.2 стоит. Ну, я не уверен, но похоже, что 2.2, судя по звучанию. У этих 1, 2, 3 стоит 3.3 микрофарад, скорее всего, фильтр. Поэтому агрессивное такое жесткое звучание и громкость соответствующая. Ну, давайте с серединками послушаем, тогда уже можно делать какие-то выводы. По громкости. 1, 2, потом 3, 4, 5 по убыванию. То есть этот самый тихий, самый мягкий, потом чуть помягче, ну фильтра у них мягкие. Потом DST, он такой тоже воздушный, несмотря на то, что фильтр ну жесткий, громкий, но повоздушнее. Потом аура идет по громкости, такая тоже жесткий звук. И потом Dynamic State. Dynamic State самый громкий, самый жесткий. Вот так стоять между ними уже тяжело. То есть то этот ухо тебе просверлит, то этот. Очень громкие рупора. Давайте, наверное, с серединками послушаем. Сейчас трек поищу. Трек заниженный, динамик ходит как бешеный, потому что не порезан по низу. А высоких мало. Сейчас что-то другое поищу, потому что жуть какая-то. О! Мне тут тяжело находиться, поэтому я долго не буду крутить музыку на такой громкости. Ну, тяжеловато. Сейчас что-нибудь попроще и чуть потише сделаю, наверное. Yeah.
Что я могу сказать, ребят? Хороший, добротный рупор. Играет не хуже, чем DST 9.1, CTL 9.1. Чуть тише, чем Dynamic State CT 10.1. По качеству звучания, что я могу сказать? Это динамики не для качества, это динамики рупорные твиттеры для дальнего поля действия. Ну вот, то, что я услышал, неплохо. Неплохо. В мозг впивается, конечно, на некоторых частотах, потому что фильтр все-таки стоит не 2,2, а 3,3 микрофарад, поэтому немножко низковато порезано. Но для, например, недостаточной мощности, или если вы хотите только начать, да, с чего-то, это один из самых распространенных видов рупоров, и я как бы за то, чтобы такие рупора были. Они нужны, потому что не каждый может себе позволить рупора за 3-5 тысяч. И вот такие вот в пределах 1500 рупора должны быть на рынке. Модель неплохая, присмотритесь, внешний вид. Сами видите, да? Edge, Aura, DST очень похожи. То есть только отличается шильдиком, надписью. А так, но звучание, сразу говорю, звучание отличается. Поэтому если есть вариант где-то послушать вместе с серединками, то есть скомпоновать, порезать как надо. Сейчас они не порезаны были вообще ничего. То есть только один фильтр был на рупоре. Этот в полную полосу шарашил, бедолага. Ход включу, посмотрите. Хотя без искажений был звук. Очень интересный динамик, тоже присмотритесь. Хороший рупор, добротный, собран нормально. Сразу фильтр в комплекте, саморезы, что там еще нужно. Если обзор понравился, ставим лайк, не забываем подписываться на канал обязательно. А я с вами прощаюсь. Всем вам желаю большой удачи в жизни, чистого и громкого звука. Пока.